Очень рады были тебя видеть у нас в лиге. С кем бы видел бой? Я всегда говорил, и любое время говорю, разницы нету, любого дать, я готов с любым. Надеюсь, все у нас соскакивают в конце. Если кого-то, который даст мне, надеюсь, он не соскок сделает с боя. А так я готов, любой разницы нету. Что, тенденция, что все соскакивают от тебя? Да. Ну что, есть у нас кто не соскочит или нет? Здесь номер по ММА, первый номер говорит. Ты первый номер? Да, я первый номер попал, да. Что-то я смотрю, когда кто-то пришел. Не понял. Приветствую всех. Шавхал говорит, да, ему без разницы, с кем драться. Я здесь, я готов. А вы в одной весовой-то, парни? В одной весовой мы категории, я думаю, примерно, да? 70 килограмм. Мне разницы нету. То же самое, никакой мне разницы нет, с кем драться. С меня очень много кто от меня отказывался и в нашем деле. Я думаю, Шавхал говорит, что ему не с кем драться. Так вот, я здесь стою прямо перед тобой и готов тебя устроить. Как ты написал, искры. Я говорю, я готов в любое время. Это не от меня зависит сейчас. Главное, чтобы цифры порадовало. Так я готов, разницы нету. Цифрами обоих не обидим. Если готовы к бою, давайте на стардаун.